Посмотри, слез этот паразит, короче, с голубей. Привезли мы голубя. Слушай, ужас какой он огромный. Подожди, а видно будет? Сейчас, да, подожди, он как подожди. Муха. Он как муха. Это коробка временная. Я сейчас их обработаю. Обработаю коробку, и мы сделаем им гнездо в нормальной большой коробке. Так, давай начнем с тебя. Вот этот поменьше чуть-чуть. Я его так называла. А этот куда делся огромный? Какой? Который тут сидел. Я его побрызгала, он, скорее всего, умирать куда-то пошел. Ну, вот он бегает. Нет, их много, Саша, ну, это не а, тот. Так они летающие. Да, как ты думал. Это, короче, летающие какие-то фиговины. Ой, слушай, они в перьях прям прячутся, их... Да! О, ужас. Я какой. Тебе говорю, их поэтому прям, сейчас придется они вылазят огромные из перьев. Да. Как мухи размером. Они еще переносят многие болезни, которыми может и человек заразиться. Серьезно. Поэтому не надо гладить голубей на улице. Ой, их там количество, да. Они рассыпаются в разные стороны. Что я говорю. Блин, капец. Я надеюсь, они тут у нас по территории не расползутся. У нас собаки обработаны, и территория обрабатывается. Думаю, нет. Милый, мне нужно вас втереть. У вас втереть это все, чтобы они через какое-то время подохли. Ой, да, штуки три я уже увидела. Милые, ну, они еще боятся меня просто. Я их еще не пробовала кормить. Подождите, не летайте. Ой, блин, он на меня прилетел. Да, не бойся. Если ты помоешь руки, то ты не заразишься ничем. Ну, и пища. Они вон на тебя улетели уже. Да вот я же говорю, прям на меня они улетают и на меня прям приземляются. Мы и тут попшикаем боль, поспреем, все нормально. Глянь, вон, видишь, глянь, они полезли за голубей. Ай, блин, фу. Капец. Крысы побежали с крысят. Неожиданно, конечно. Ой-ой-ой, на тебя на руке он. Да везде, у меня на спине один, я тебе скажу. Я чувствую, что у меня вон на плече сидит. Глянь! Жу. Глянь, они побежали, как средство действует. Глянь! Так их там ужас сколько, они сидят там внутри. Вот это вот каждый, все птенцы, которые сидят, да, там везде, на балконах. Охренеть! Ужас какой. Просто кошмар, глянь! Короче, все, штук 50, я думала, их. Слушай, штуки... давай брызнем вот так, брызнем. Тащи скорее Больфа, брызнем вот так вокруг. О боже мой, они вон кишат этими фигнями. Многие уже улетели, многие еще по ним ползают. Вон они вылазят, снова прячутся. Капец. Саш, их там знаешь еще сколько? Брызни Больфа. Потому что это, ну, нереально. Они улетают, в разные стороны разлетаются. Да. Так вон, глянь, зудят у них. Посмотри, они кишат просто этими паразитами. Капец. Блин, фу. Фу, блин, брызни Больфа. Ну, на коробку брызни, чтобы они садились на, да, мокрое. Они умирают от этой штуки. Вещи от них хорошо умирают. Капец, сколько в них паразитов. Прикинь? Этих. Вот они бегают, и они такие подвижные. Угу. Ну, после Больфа они должны умереть. Знаешь, что нужно сделать? Нужно мне приподнять голубят и брызнуть на сено, чтобы они точно... Ну, приподнимай, а я брызну. Давай. Они еще живучие, эти заразы. Только не на голубят, подожди секунду. Да, фиг убьешь. Давай. Этих паразитов. Брызгай прям хорошо на сено. О, вот они, вот, смотрите. Опа, залип, залип. Да. Хорошая, но она не для птиц. Ну ничего, я сейчас. Я читала в птичьих группах, что обрабатывают самих птичек, но не сильно. Вот, сейчас они с птичек поэтываются, полезут в сено и подохнут все. Фу, паразиты какие. Фу, сколько их. Угу. Малек. Малек во весь экран. Сейчас Красенок. Я им запарила корм, ждем, пока он, ну, запарится. Пробую. Будем пробовать кормить. Но они меня боятся. Ну понятно, у птенцов стресс. Их сегодня только мы забрали из родительского гнезда. Ну, по-другому нельзя было сделать, потому что уже завтра гнездо их разрушат строители. Ну, будем пытаться их выкормить. Здравствуйте, пришлось позаимствовать у нас диванчик худой. Глянь, вон все подохли. Маленькие поумирали. Ну, я не знаю, там будет видно, ну как бы. Будет видно маленьких.
Большие тоже, но большие пытались разбежаться, наверное, но тоже подохли. Ну ладно, привет. Давай, корми. Будем пробовать сейчас кормить. Привет, ты моя холёсенькая. Вот, какой красивый голубь, да? Красавица. Будешь? Только не говорите, что нам придется вас кормить насильно. Ага. А если бы она просто там будет сидеть, не бери ее на руку, а просто так. Да, пробую. Нет, наверное, не понимает еще. А как тогда? Открывать рот? Да. Глянь, пищат, значит, хотят есть, но в чем проблема? Ну, скорее. Давай. Давай, давай, давай. Чирикать я не умею. Короче, это ужас. Если стрижу, можно дать вкусняшку открыть рот и там червяка или что-то вложить, короче, сверчка, то тут по крупинке каши запихивать. Это очень долго, и то они выплевывают. Они еще не понимают, она хорошо запаренная, с ней все нормально. Но они выплевывают. О, ну сейчас съела. Ну, они должны есть около 2 столовых ложек в день. И я буду им запихивать. Вот, выплюнула. Не, нужно, наверное, тогда пока еще перемалывать. Эта штука мягкая, но, наверное, через шприц буду кормить. Да, потому что... скорее всего, так и надо, потому что, ну, это нереально. Да. Вот, она вообще сопротивляется. С характером. Ну, конечно, тебе с будет. Характером дамочки попались. Пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Угу. Ну, блин, что делать? Да, на всякий пожарный, если вдруг на них там осталось что-то. Ага. Чтобы оно... какие-то паразиты все остались. Ну да, просто это... вроде бы они и поумирали, но мы же не знаем точно. Вот, они не будет прям критичного вреда. А мы им побольше коробочку. Да, потому что там маленькая, они уже пересидели в ней, вот. А тут она и повыше, и открыть их можно будет оставить. Большую мы назвали Гала. Галина. А Галя. Это вот Галка. Она чуть крупнее. Угу. Красивая. Ой, иди, иди в новый дом. А это? А это Ирина, Иришка. Вот, она поменьше чуть-чуть. Угу. Вот. Мы, конечно, очень оригинальные во время. Точнее, я. Давай. Ой, нравится новая коробка? Конечно. Просторней. Чирик-чирик, да? Ой, они такие расходились. Так, сейчас будем лечить наших голубей, потому что начался, короче, трихомоноз у одной из птиц. У второй наверняка тоже, потому что кормлю их из одного зонда.